Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хотел бы рассказать о том, как узнать, сколькобитный процессор стоит у тебя в телефоне, 32 или 64. А также я хотел бы рассказать о том, как узнать температуру процессора, сколько всего ядер в твоем процессоре и тактовую частоту в конкретный момент по каждому ядру. Для этого нам потребуется два приложения. Давай, не теряя времени, сразу их установим. Для этого зайдем в Google Play Market и в поиске введем CPU Flow. Нам нужно приложение CPU Flow от разработчика DAN. Мюллер скачиваем, устанавливаем и открываем. Это первое приложение. Второе приложение называется CPU Z. Также скачиваем, устанавливаем и открываем эти два приложения. Первое приложение CPU Z выглядит вот таким образом. Оно нам показывает, сколько бит твой процессор. Для этого нам нужно, как и все бесплатные приложения, бывают с рекламой. Для этого мы заходим в пункт раздел System. И вот здесь Kernel Architecture видим архитектуру ядра ARC64. Это означает, что архитектура ядра 64 бита. То есть у тебя процессор 64. Если у тебя установлен другой процессор, соответственно, будет и другое значение в пункте Kernel Architecture. В этом пункте, первом разделе, мы видим, сколько всего ядер. Здесь указано 7 плюс нулевой, всего 8 ядер. Также вверху указано 8 и тактовую частоту по каждому ядру в конкретный момент времени. На этом приложении все. Открываем следующее приложение, которое называется CPU Fold. Выглядит оно вот таким образом. Чтобы открыть настройки, переносим этот значок на шестеренку, открываем и здесь устанавливаем галочки на CPU Frequency, частоту, CPU Temperature, это температура, если нам нужно это значение, GPU, если доступно это значение, то есть графический процессор, Time, это время сна и время пробуждения, Battery Current, это ток аккумулятора, ток разряда и ток заряда. Температуру батареи можно установить. Network мы можем установить. Скорость загрузки и скорость выгрузки. И в принципе это основные параметры. Также вверху layout мы можем установить тип значка, то есть расположение. И в этом приложении ты также можешь видеть количество ядер, то есть здесь нулевое и еще 7, то есть 8 ядер, и каждую тактовую частоту по каждому ядру. C-temp — это температура процессора в данный момент, awake — это время пробуждение, то есть сколько прошло времени с момента разблокировки. Можем установить еще battery current, то есть ток заряда и ток разряда, и температуру батареи. Можем еще установить network. Тогда будем видеть скорость загрузки и скорость выгрузки. Предположим, сейчас буду качать приложение. Как видишь, up и down поменялись. Down — это идет скорость загрузки. Up — скорость отдачи. Вот с помощью таких двух приложений ты сможешь узнать, какой процессор у тебя установлен, какая архитектура, сколько ядер, какая тактовая частота в какой конкретный момент, а также температуру батареи и процессора.
На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и оставляй любой комментарий под этим видео. Всем пока!